22-летнему жителю Запорожья внимание милиции привлек факт продажи наркотиков. После того, как подозреваемого задержали, в квартире, которую тот снимал, был обнаружен подпольный цех по производству синтетического наркотика метамфетамина. О том, что деятельность была поставлена серьезно, свидетельствовали лабораторные журналы и в целом профессиональный подход к делу. За один цикл подпольная лаборатория выдавала до 15 грамм метамфетамина. Помимо него в квартире обнаружили и большое количество марихуаны. Однако это было еще не все. При дальнейшем осмотре сотрудники милиции изъяли 2 пистолета, 3 гранаты, большое количество взрывчатки, электродетонаторы, кастеты, шапочки с прорезями для глаз и специфическую литературу, пособие для террориста. Как поясняет задержанный, это является одним из хобби его жизни, испытывает к этим вещам особый интерес. Установлено, что молодой человек ранее не имел судимости и увлекался восточными единоборствами. Кстати, взрывотехники отметили, что при ликвидации опасных предметов те сработали безукоризненно. Сейчас милиция устанавливает происхождение арсенала и круг общения задержанного, а также выясняет, где он собирался применять свои специфические знания. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по целому ряду статей Уголовного кодекса.